Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять возвращаемся к теме безопасности, причем на уровне агента 007 или миссия невыполнима. Ну вот просто утилита для шпионов. Хотя называется она весьма обыденно, не по-шпионски. Eraser, то есть ластик. Собственно, зачем нужен ластик? Когда вы удаляете файл с компьютера, он на самом деле не удаляется с диска физически. Удаляется лишь путь к нему, записанный в операционной системе. Соответственно, потом его можно восстановить. Физически он удалится, когда поверх него на физическом диске будет записан новый файл. Ну и тогда его можно восстановить по каким-то там магнитным полям. Я, правда, не понимаю, как это делается, но есть версия, что можно. Правда, об этой возможности ведутся споры. Для обычного человека это даже хорошо, что можно восстановить файлы в случае удаления. А вот если вы шпион или у вас есть информация, которую вы хотите удалить, вот прямо совсем удалить, чтобы никто и никогда не смог это восстановить, вам нужно установить Eraser. Благо, что программа бесплатная. Установили, запустили. Интерфейс предельно прост. Здесь добавляете файл на удаление, здесь минимальные настройки, язык, к сожалению, только английский. Из настроек, ну, здесь можно выставить метод удаления по умолчанию. Тут стоит 35 проходов, не знаю, насколько действительно необходимо такое количество, я глубоко не изучал тему, но насколько я читал, 3 проходов вполне достаточно. Поставим 7. Тут можно выбрать из разных алгоритмов. А можно оставить и 35 проходов, работает быстро. И, собственно, добавляем новое задание. Можно удалить немедленно, при следующем рестарте или задать график удаления. Про график поговорим позже, а пока удалим что-нибудь немедленно. Добавить данные. Тут можно выбрать файл и еще кое-что, об этом тоже позже, а пока удалим файл. Вот тут у нас есть очень секретный файл. Добавили, окей и окей. Все. Файл удален без возможности восстановления. Вот видите, очень секретного файла нет. Но есть еще самый секретный. Хорошо. Его мы удалим, например, при следующем рестарте системы. Выбрали, добавили, все. Задание поставлено в очередь. Задание из очереди можно удалять. Выделяете задание, нажимаете Delete. Что еще тут есть? Кроме удаления файлов, можно удалять папки. Естественно, такая функция должна быть, и она есть. Здесь выбираете файл in folder. Вот у нас тут есть самая секретная папка, в которой лежат очень секретные файлы. Добавили папку на удаление. Окей, окей, окей. Была папка, нет папки. Что есть еще? Еще есть запуск по расписанию. Выставили, например, удалять каждые 8 дней. И в качестве данных добавили корзину. Это, наверное, единственный подходящий параметр для удаления по расписанию. Хотя нет, еще можно по расписанию чистить диск. Но это уж совсем для шпионов. Даже не для шпионов, а для какого-нибудь самого-самого тайного ордена. Нажали ОК, и вот он пишет, что почистит корзину 14 февраля. Что еще? Еще можно почистить все незанятое пространство на диске. Это в том случае, если вы узнали о программе только сейчас, но помните, что когда-то давно удаляли обычным способом какой-то очень секретный документ. Выбираете, на каком диске он у вас был, и запускаете программу. Этот процесс уже не быстрый, как пишут, сам я не пробовал, секретными документами не обладаю. Ну и последнее, о чем нужно сказать, что удалять можно не только из программы, но и из контекстного меню. Правая кнопка, Eraser и Yes на вопрос, вы действительно хотите почистить выделенные объекты? Да, хотим. Не буду фантазировать на тему, когда программа может пригодиться. Может. У каждого из нас есть свои тайны, так что лучше иметь такую возможность. Благо, что делается это достаточно просто. Все, любите друг друга, живите в мире, где тайна вашей личной жизни надежно защищена, но не превращайтесь при этом в параноика. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.